Доброго времени суток. Благодарю вас за то, что зашли на мой канал. Мы находимся в городе Владивостоке. Сейчас пойду прогуляться на набережную. Посмотрите, что здесь находится. Так, вот хостел. Если кто не знает, где остановиться. Вот здесь, пожалуйста, Владстар. Хостел. Здесь магазин Сваровски. Так, здесь какой-то мясной ресторан. Такая буренка. Понятно, что мясо. Улица Светланская. Набережная, там стадион «Динамо». Вот если надо перекусить, вот здесь вот столовая, какая-то минутка. Так. Так, здесь хочу вам показать ресторан «Версаль». Гостиница «Версаль». Так, здесь светофор. Пока будем ждать, нужно посмотреть, что здесь рядом. Это улица Тигровая. Там вот внизу слева стадион «Динамо». Внизу набережная города Владивостока. Кого-то эвакуировали. Светофор долгий. Сейчас очень тепло, конец сентября, 20 градусов где-то, хорошая погода. Масочный режим, маски надевают. Сейчас пойду к кинотеатру «Океан». Посмотрите, как он выглядит. Здесь вот так вот. Платная парковка. Шикарно. Так. Вот какая красота. Здесь проходят меридианы Тихого. Вот он в этом году ожидается 10-16 октября. Но быстрее всего, что будет на Русском острове. Что в последнее время уже
перенесли отсюда, от кинотеатра «Океан», на Русский остров, где Дальневосточный федеральный университет, там на их территории проходит. Вот такая красота, такие красивые пейзажи. Вот там вот видно колесо обозрения. Поднимемся наверх. Здесь терминал, оплата парковки. Здесь можно, если в кинотеатр пришли, автомобиль оставить здесь. Ярко светит солнце, очень хорошая погода. Так, ну как везде во Владивостоке, вверх-вниз поднимаемся наверх. Посмотрите, как здесь. Сейчас мы с вами все вместе посмотрим. Вот отсюда видна набережная. Очень красиво. Вот так выглядит кинотеатр «Океан». Кстати, когда приезжала Арнелла Мути, я ходила на ее конференцию. И она, мы там задавали вопросы ей. Она недолго здесь была. Потом «Укрощение строптивой» фильм был. Никогда бы не подумала, что я могу эту кинозвезду увидеть так близко. Вот. Она здесь перед фильмом поотвечала на вопросы журналистов. У нее трое детей. Сейчас замужем за пластическим хирургом. Ей уже сейчас за 60. Ох, выглядит на свой возраст. Мы ее помним по фильмам. Вот и получилось так, что вот она провела эту конференцию и ушла. А когда уже фильм закончился, то я пошла фотографироваться и как раз села на тот же стул, где и она сидела после Арнеллы Мути. Прикольно. Есть что вспомнить. Я, конечно, шучу. Ну вот, так вот получилось. Смотрите, какая здесь красота. Здесь автомобили оставляют, парковка. Дорогу, чтобы поближе к морю. Машина сзади не едет. Окошечко образовалось. Бежали. Покажу вам еще с этой стороны. Вот так вот. Фестиваль, фильм Pacific Meridian.
маленькие фонтанчики. Мы с вами побывали у кинотеатра «Океан». Надеюсь, вам видео понравилось. Пожалуйста, кто не подписался, подписывайтесь на канал. Делитесь видео, жмите на палец вверх. Жмите на колокольчик, который будет вас оповещать о новых видео. Пишите комментарии. Всех благ!